Ну чё, всем здорово! Супер-мега-матч! Второй этап, третий тур! Шахбан против меня! Попал, ребятки, всё-таки попал! А Шахбанчик попал! Неплохо. Такс. Пакс. Бля, такой он может и забить, блядь, если ударит правильно. Не забьет. Бля, пробьет в эту дырочку, нет? Вот такое надо попытаться сейчас вкатить. В свои ворота, блядь. Сука, вкатил красиво, блядь. Это был топовский гол, ребятки, топ. Блядь, вот как он тоже, вот Шахбан, как он постоянно попадает, блядь, тоже в углы, блядь, тоже странный, согласитесь, да? 2-0, ребятки, проигрываю уже, блядь, на первых секундах, сука, матча, блядь. Это вообще пиздец какой-то, нахуй. Просто полный пиздец. 1-2, ребятки, забиваем гол в эту чучушину, блядь. Ну чё, у меня-то получится, нет, попасть в уголок? Или хуй, в жизни, блядь, не получится? Получилось, но плохо. Получилось, но плохо. Получилось, но плохо. Блядь, я такой не забью. 100%. Да, не забил. И здесь он в угол попадает. Это вообще что-то нонсенсовское, блядь. Два гола я пропустил, конечно, просто такого говна, блядь. Два раза, считай, в свои ворота забил, блядь. Два раза в свои ворота. А два раза мы забьем в свои нахворотишки. Хопачки, выбьем. Ну, слишком резво, да, началось, ребятки, блядь? Слишком резво все началось. С риском все началось резво. Придется им немножко подрочиться. Подкатим. Бля, жарко, я ебу нахуй. Выбьем его в фишаку. Блять, ну это пиздец. Да. Первую партийку проигрываем. Первую партийку. Ну, считай, два гола в свои ворота, блядь, забил. 1-0, 1-0, Шахбан ведет. Едем дальше. Да, ну везения, конечно, никакого у меня, ребятки. Никакого везла, блядь. То в свои ворота, то подставы, блядь. В предыдущих двух играх, блядь, только подставы были. Здесь уже идет, блядь, свои ворота забиваю. Ну, это просто какой-то пиздец. Ну, еще и в углы не попадаю. Ну, это, блядь, жесть.
не попал. Так вот сделаем. Как бы мне всегда говорят, да не рискуй ты, не рискуй, не рискуй, не рискуй. Да я как бы особо, но я не рискую, но так получается, что, блядь, такая хуйня, ребятки, происходит. Я-то особо-то не рискую. Играю как бы, как обычно, со всеми. Да и так, блядь, ну говорю, у меня вот, я, пацаны, вот матчи играю с всякими там этими, блядь, как их называются, блядь, ну, 1-0. Не в турнире, а там с иранцами, с французами, там у меня, блядь, получается абсолютно, блядь, все. Красивый гол 2-0. Абсолютно все получается. Здесь начинаешь играть все. Какие-то, блядь, подставы. Вся эта, вся лабуда. Вообще непонятно, что происходит, блядь. Просто непонятно, блядь. Ну, вообще, ну, вот сейчас повезло 2 гола, конечно. Два гола повезло. Бля, у него ворота все закрыты, запечатаны просто, нахуй. А если вот так въебем? Отлично, отлично! И вот так вот ударим. Бля, ну если эту партию я проиграю, это будет, конечно, пиздец. Только фишечка, останься в воротах, не вылетай, пожалуйста, родная. Неплохо, неплохо, неплохо! От своих ворот мы съебались. Блять, ну это 2-1, сука! Это 2-1. Да ладно, как не попал? Ну чё, 1-1, ребятки, по партии. 1-1. Едем дальше. Третья партия. Если сейчас, ребята, 1-1, то уже, значит, у нас будет 4 партии 100%. Обычно, когда 3 въёбываешь, сразу нахуй уходишь и по хуям вообще. Рискнет ударить? Да, рискнул и не попал. А если мы вот так, пацаны, ударим? Он не ожидает -то такого удара? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть-чуть там миллиметрики были. Просто миллиметрики, блядь. Жаль, жаль, не влетел. Ну, это гол. Не надо было мне рисковать, конечно. 1-0, ребятки, 1-0. Сучка, бля. Бля, может... Сейчас, ребят, может один кон другой расстановочкой попробовать против него сыграть? Сейчас. Сейчас, где это, нахуй? Вот это хуетой. Сыграем, попробуем. Оп. Оп, и влети. И влети, ну сука, блядь. Ой, нет, ой, нет, ой, нет. Фу, блядь, было очень опасно. Как же они все эти, блядь... Я просто не понимаю, как они могут... Все так хорошо попадать по углам, блин. Неужели это так легко? У меня вот в эти углы получается, блядь,
Бить я хуй его знает, там, я не знаю, раз, блядь, в 100 лет. Влети. Блядь, да что ж такое, сука? И моя фишка ссаная мешает. Ну это просто, блядь. Бля, ну такое я тоже не попаду, я не умею такие забивать. Я же сказал, не умею, блядь. Так сделаем. Пока 1-1, ребят, по партиям. 1-1. И зажали в углу мы. Пока что 1-1. Не. Забьет, я охренею такой. Нет, засыт ударить. Ну вылетай его уже фишка из ворот, заебало там стоять. Хуйня собачья. Он ворот мои разбил, теперь мне нужно их закрыть как бы. Закрыть не получится, пока он, блядь, дрочит там в углу. Угу. Если мы вот так ударим, ребят, влетит, нет? Не, а не влетит, сука. Один-один. Фу, я весь мокрый, блядь. И чё я, сука, сделал? Чё за говнорастановку я поставил, блядь? Да понятно, что, блядь, въебу. Сука, чё вообще сделал, непонятно, нахуй. И опять угол, да? И опять попадет, да? И опять попадет. Да вы заебали, сука, черти вы ебаные. Как же вы так попадаете постоянно? Я одного не могу понять, нахуй. Четверки вы ссаные, блядь. Вообще просто пиздец, бредятина нахуй какая-то, блядь. Что шахбан, блядь? Что якораты всякие, пидоры? Вы заебали, пидоры вы конченые, нахуй. Заебали своей вот этой хуйней угловой, сука, вы пидорасы, блядь. Сука, бесит нахуй. И каждый раз. Шахбан, как ты можешь попадать каждый раз в угол, сука? У тебя тоже, что ли, наводка, блядь? Гондоны, сука, ебанутые, блядь. Вот это вы меня бесите вот этой хуйней. Я, блядь, в угол бью 100 раз, я не могу в него попасть, смотри. Попал я в угол, пидор? Потому что у меня нет читов, нахуй. Чмошники ебаные, блядь. Бесите, блядь, петушки нахуй, ссаные, блядь, гондоны нахуй. Ой, как вы меня бесите, все пидорасы, блядь. Сука. Тебе придется дрочить эту партию, блядь, хули, я уже не выиграл. Да, сука, и зажимают еще, и зажимают, блядь, смотри нахуй. Как же мне выбраться отсюда, блядь? Нахуй ушел, блядь. Чмошники угловые, блядь. Пидорасы, блядь. Пиздец, вот эту партию вообще буду дрочить, блядь, час нахуй, мне срать, блядь.
Охуенно, додрочился час, блядь, заебись. И гол сейчас, да? Нет, не гол. А это гол? Нет. Видите, я даже отсюда не могу в угол попасть. Они хуярят, сука, со 100 метров, блядь, в угол, нахуй. Гондурасы, ебаные, блядь. Вкатись, пожалуйста. Пиздец, нахуй. Хорошо, не гол, блядь. Ушел нахуй отсюда. Блять, вообще не той ударил. Говорю, везения нету вообще в чемпионатах, ребятки. Вообще ноль. Ноль. Куда ни ударь, то подстава, то в свои ворота, нахуй. А соперники, блядь, хуярят, нахуй. Плюшки только, блядь, влетают в ворота, нахуй. Ну ты сейчас видите, блядь, ну ударь, ну стань мяч куда-то в другую нахуй сторону, нахуй. Ну не подстава на пустые же ворота, блядь. Чё за бредятина? Пиздец вообще. Докатись, нахуй. Неужели, блядь? Пиздося вообще, блядь, жесткая нахуй. Сколько же я ему подарил сегодня голов, ебать нахуй, Шахбану, блядь, пиздец. Сколько подарил, блядь. Ой-ой-ой, ну как хоть здесь-то повезло бы немного? Вы видели этот удар? Это просто пиздец. Это просто пиздец. Блять, он мои ворота разбивает, а хуль я его-то не разбиваю, нахуй. Заебал. Ага. Ну все, я ворота свои сейчас буду закрывать, мне похуй. Я сказал, я эту партию буду играть, пока 2-2 не сделаю. Мне вообще похуй. Сколько выбивать он будет, я хуй знает, но, бля, мне похуй. Пока ошибку не сделает, мне до пизды будет. Молодец. Будем дрочить, что делать? Будем дрочить.
Опачки. Подкатим к вороткам. К вороткам, сывороткам. Конечный шахбанчик. Сейчас будем, блядь, подкатывать, нахуй. Хопачки. Жопочки. Молодец. Блядь, так не получится, нахуй. Тут надо чисто по краю. Ай, сука. Говорю, не везет так и не везет. Отличный удар. Просто отличный. Бля, вот это опасно. Да, я сказал, опасно. Блять, пизда, да я не знаю, как играть вообще, блять. Просто не понимаю, как играть против таких игроков. Вроде, блядь, стараешься, а все равно удача не приходит. Стараешься. И постоянно, видите, вот эти углы, как они в них попадают. Ну, это просто какой-то пиздец полный. Просто пиздец. 2-1, блядь. Да забивай ты, хуй тянешь нахуй. Заебал. Красавчик, бля, молодец! Пустые ворота, блядь, любой забьет нахуй. Гандон ебаный, блядь. Блядь. На нахуй, 2-2, сука. Блядь, я выбиваю, мне похуй. Да не, если выбью свои ворота, закачу нахуй, пизду. Блядь, тихо, тихо, тихо. На нахуй, сука, блядь! Получи, блядь, гранату, нахуй! Фу, блядь! Выдрочил, нахуй! Всем удачи, всем пока. Шахбан, спасибо за игру. Блять, эти были, блядь, жесткие твои читерские выходки. Заканчивай нахуй, Шахбан. Заканчивай с этими углами нахуй. Пизду. Все, спасибо за игру. Всем удачи, пацаны. Всем пока. 2-2, первое очко. Это было очень сложно. Всем пока. Подписывайтесь на канал. С вами был Рома Энс. Вас лайки.